перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Это добробитура ебаная. Джонни, нормально все. Ты убрал фотки, которые я тебя просил? Че, здорово, народ. Я, короче, тут понял такой момент. Встал сегодня на весы, прихуел маленько. Плюс 4, блядь. Все, конечно, в ебало ушло, блядь. Блин. Ну чё, новый участник ЦАУ, да, у нас появился наконец-таки, мы нашли одного, первый пошел. Но, короче, завтра будет трек. Благодарен всем, кто меня сейчас смотрит, завтра за репостик моей, так сказать. Если вы поделитесь нашей моей историей, которая будет в Инстаграме. Вот. Да и все, в принципе, мне сказать нехуй. Да у меня кепок до хуя, блядь. Просто мне это моя любимая кепка, мне нравится. Вот такая вот история. Ну и мы начинаем искать еще новых, как это говорится, опять найди мне мужа, блядь. Вот тут есть Кристина Голден Лейди, ей нужен муж, парни. Так, судя по аватарке, девочка симпатичная, ловите момент. С депрессниками, как я борюсь, а у меня их нет давно уже, и мне вообще похуй, мне стало похуй давно на все. Я, мне кажется, самый счастливый человек на земле, естественно. Я делаю все, что мне в кайф, и добиваюсь, чего хочу. Ну и что? Короче, вопросов интересных нет, я понял. Бодайбо. Не знаю, кто такой Бодайбо. Да. Мекс. Да, конечно, влюблен. Слушайте, альбом, не знаю, я пишу альбом потихо, работаем над альбомчиком. Я сейчас буду писать Сомали, чтобы он мне подкинул минусов. Я надеюсь, у него есть там... Катюндель, привет. Я надеюсь, что у него есть там, короче, этот... Заявки не рассматриваем, ищем в интернете. Оттуда, отсюда. Вот Джонни Вайс попал, он мне на почту прислал вообще просто свои треки. И я понял, что это круто. Аланг сказал, что она его фанатка, и это нравится музло всем моим друзьям, всем моим подругам. Я удивлен. Так. Я 5 лет уж как люблю хули нам, старикам. Да, я смотрел там басы на выступление по поводу группы «Центр». Я очень удивился. Я бы лучше такого Вася, которого вижу в соцсетях, увидел бы на батле, а то я что-то не понял, что там произошло. Может, никто, по-моему, не понял. Вот. Моя студия находится в центре города.
Песня «Россия». У меня вообще песня о России. О жизни в России, в нашей стране. А что сказать, короче, про Смэша? Я не знаю. Смэш мой хороший старый приятель. Я очень удивлен, что вообще... Как можно бить Андрюху вообще? Для меня это просто провал. Это позорище, мне кажется, вообще. Это доброй души человек. Я не знаю, когда Лысый выложит батл. Напишите ему, Лысый, выкладываю батл. Хотя бы тизер. Я уж сам боюсь, что они там монтируют. Сейчас намонтируют, там вообще уебаном буду выглядеть. Я уж, блядь, не удивлюсь. Про гуфа песни, да нет, песни писать не буду. Я все на батл. Извиняюсь. Я все на батле сказал, мне больше сказать, в принципе. Не, мне дохуя еще сказать, я это оставлю потом на всякий случай. Вот, а так, как бы, и был батл, все равно было высказано. Вы вообще там узнаете много тайн. Я сам охуел, если честно. А фиты на альбоме пока с Джонни Вайтсом есть, скажи, обоймы. Пока больше на альбом не планируется фитов. Я не знаю. Вот, я бы, может быть, с кем-то из новой школы, блядь, фитанул бы. Но я пока не знаю, с кем. Блядь, хуй знает. Новая школа меня не любит. Вот. Они почему-то думают, что я всю новую школу не люблю. Они не понимают, что определенных личностей. Вернее, определенную посыл. Но это не важно. Может быть, я бы фитанул. Но может и нет, хуй его знает. Я пока не думал об этом. Плотником прям. Вот, из старых я не знаю, с кем... Пока не знаю. Я и пока только пишу, и поэтому не знаю. Насколько батл охуенный был. Бля, ну это было весело, это было круто, реально, вам понравится. Вы просто мне задаете про батл вопросы, я не могу вам ничего рассказать больше того, чем уже рассказал. Вот. Я очень рад, что Леша там принял свои извинения, Ланки. Это единственное, что меня парило в этом батле, на самом деле. И когда только это произошло, я понял, что фу, я счастливый опять. А то меня прям съедало желание мести. Бангкок, привет. Спасибо большое. Ахимас делает битло. Ахимас делает битло. Сейчас, короче, поставлю. Что у нас тут есть? Так, еще раз говорю, девочки, у нас тут... Завтра будет трек, подарок для 14 февраля. Я надеюсь, вам понравится он. Цао пап. Цао пап пока строится. Это будет закрытый пап для закрытых людей. Вот. Не удивляйтесь нашей символике некоторые. Так получилось. На... Сейчас, секунду. О, нихуя. Тут уже... Тем временем iTunes предлагает мне Яникса послушать, пока трэп не разлучит нас. Но я Яникса знаю, но музло я такое не люблю. Слишком уж оно какое-то. Из нового музла, вот если бы делали кто-то на стороне, как Кендрик Ламар или там Фьючер, было бы заебись. Есть еще один чувак. У нас в стране, которому не нравится, как делать музло. Я там с его на этой истории с Навальным не нравится, но как он так называется? Невысокий парень такой с косичками. Как-то на мэ, короче. Не слышал. Так. Про Басту? Да я ничего не думаю про Басту. Вот Василий, есть Василий, я его знаю давно, он, в принципе, ничего не поменялся, старичок. Вам надо посмотреть батл, блядь, это, натуре, блядь, историческая хуйня получилась. Вот, а как он там? Он, блядь, не помню, короче, блядь. Где это, блядь? Тру-тру-тру-тру-тру-тру-тру. Вот. Моргенштерн, блядь. Моргенштерн. Вот прикольно делает. Чувак, мне нравится. Ланка делает торт. Я видел. Я вот уже... Я попросил, любимый, не делай торты. Не давай без хлебушка, без картошки, без всякой вкусности, блядь. Короче, придется мне заниматься опять начинать.
Не говори так про свою жену. Ну, я много получил, там же помимо батла еще куча проектов летела. Поэтому, ну, на эту всю шумиху, поэтому как бы нормально все. Мы с Лешей охуенно заработали. Вот. Торт с картошкой, бля, это было бы божественно. Таран Толи. Здоровья желаю. Так, ладно. Она меня очень вкусно кормит. Она готовит просто божественно. Короче. Господи, блин. Ладно, я не буду это смотреть. Топ худших клипов, блядь. Все прекрасно знают, какой жанр музыки самый популярный на данный момент. Русский рэп проживает свой золотой век, ведь его слушают все. И, к сожалению, чуть ли не каждый поклонник рэпа считает своим долгом тоже чего-нибудь зачитать. В результате нередко вместо офигенских клипаков мы получаем какое-то редкостное говнецо. Да, есть такое. Да. Что о Слиме сказать? Нечего мне о Слиме сказать. Что я о нем скажу? Да нехуй мне о них говорить. Что мне не говорить, блядь? Я все сказал. Все сами понимают, что говорить. Для меня это все уже неинтересно. Все это уже стало надоедать мне самому даже. Один, да. Меня, короче, закрыли на студии. Парни топнули. Я вот решил с вами пообщаться. Но что-то не вижу ничего толкового, чтобы кто-нибудь мне что-нибудь толковое сказал. А, сейчас я, короче, попробую, блядь. Сейчас, ну-ка, блядь. А, как тут искать? Сейчас, секунду. Блядь, я попробую позвонить кое-кому. Как там он там написан-то, блядь? Блядь, меня тут не находит. Кстати, этот, мы тут собираемся в гости. Скоро пойду в гости в Думу опять, разъебывать, интересоваться, высказывать свое мнение. Я надеюсь, вы посмотрели предыдущую нашу серию, ну вот, запрещенном интервью. Она набрала больше 3 миллионов просмотров ВКонтакте, что меня может не радовать. Но YouTube мы его вешать не стали, дабы нам не кинули страйк какие-нибудь еще что-нибудь, какие-нибудь там, хуй пойми кого. Вот, а то у нас Сергей, да, Брунинский, блядь, 2 огромных камня, еще у меня 2 огромных, еще больше камней есть, это маленькие, типа. Вот, Брунинский, блин, я удивлен, я не особо шарил, раньше ювелирки, тут начинаю шарить, Брунинский нормально делает. Ну, никто, блядь, Дима Темченко, по-моему, тебя ебут. Ебут вообще щели. Тут так вот. Так, биты пиздатые на твой альбом. Короче, по поводу битла. Очень сложно с битлом мне. Сейчас я попробую найти что-нибудь. Давайте посмотрим. Откроем Сомали. Так. ВК. Сейчас, секунду. Сейчас попробуем открыть Сомали. А, есть такой, короче, битмейкер Сомали. Он делает очень крутое битло. Блять. Сейчас, одну секунду, извините, я отойду. Короче, я хуй знает, как открыть здесь. Сомали. Блять. Хэми!
Они до сих пор не вернулись, слышишь? Я не могу открыть дверь, у меня нет ключа. Да есть. А, отлично, входи. Вот, короче. Сейчас, короче, посмотрим. Так, я сейчас выйду и потом вернусь.